Подождите, Эля Викторовна, кого? Оксана! Каперсы 7 евро килограмм. Да, 2,40, 4,8. Сейчас надо посмотреть. Черный 5, маленький 3, 3, 3, 3, 3, 3, все по 3. Что-то гранаты, не те, это привозные, при том. Арбуз 2 евро. Интересно, 2 евро кило или 2 евро арбуз? $2.80, 2.50, не то. Надо пойти на ту сторону, чуваку. 0.79 виноград. Там, кстати, дамские пальчики есть. Да, мы, кстати, с той стороны, по-моему, купили. Да. У чувака. Если он еще там, сейчас мы у него и наберем. Томатики маленькие, блин, два с чем-то. Ну что ты паришься? Давай купим, да и все. Нет. Виноград почем? 0.79 или это бананы? Дамские пальчики опять бесценные. Да, 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 я вижу вообще. Живет арбуз. Фу-фу-фу. О. Так я не помню, у кого мы покупали. По-моему, вот у него мы, по-моему, и покупали, не? Да. По-моему, здесь. О. По-моему, здесь же, да? Наверное. Ну, ценник тут более адекватный, да? Я не помню, какие я брал. Я помню, что какие-то мы покупали. Вот такие, по-моему. Что-то да, простенькие. Или там вообще простеньких. Нет, я брал и те. Кстати, можно взять, да? Маленьких, по всем можно взять. Че, а по кило или по кило? По килограмму, конечно. Вот надо за 3,50 дать. Одни дорогие, один, три маленьких, три таких. Не, надо брать сразу. Can I try? Something, да? Yeah? This, да? Yeah?